Есть закон снегоходчика. Как ты только посмотрел на елку, ты в нее и приедешь. Дорогие друзья, случай до 17 апреля, пожалуйста. Успеваем, не забываем. Но вот это чудо, это пипец. Слов и эмоций не хватает. Привет, Ютуб! Привет, наши подписчики! Парни, мы находимся в Ергаках и начинаем показ новых снегоходов 2019 года от компании Polaris. Ну что же, встречайте, вот они! В этом разобраться. Уникальный человек. Встречайте, Виталий. Привет. Виталь, ну что же компания Polaris преподнесет нам в 2019 году? В 2019 модельном году в снегоходах будет прорыв. Самое ожидаемое — это 850-й двигатель Патриот. Ну и много моментов, о которых мы сейчас подробнее расскажем. Итак, начнем с СКС. Это все тот же Snow King Special, но с новым двигателем 850-й Патриот. Основываясь на богатом опыте создания снегоходных двигателей, компания Polaris создала свой совершенный продукт. В нем нету деталей от старых двигателей предыдущих поколений. Ход поршня и диаметр цилиндров подобраны таким образом, чтобы свести к минимуму инерцию. Соответственно, чем меньше инерция, тем плавнее отклики на газ. Мощность двигателя увеличена на 8%. В новом 2019 году, помимо двигателя, на СКС представлено новое графическое оформление, очень такое симпатичное. Это 155-я гусеница. Данный снегоход точно не уступает горным моделям Pro RMK, к которым мы сейчас и перейдем. Я вам сейчас расскажу особенности нового 850-го Pro RMK. Что же нового? Компания Polaris на платформе Axis выпустила Pro RMK с уникальными характеристиками управления. Подвеска Pro RMK React. Что же здесь нового? Давайте посмотрим. Новые поворотные кулаки. Они стали легче и прочнее. Новые рычаги. 36 дюймов. Диапазон регулировки 91-96 сантиметров. Обратите внимание на пружины. Здесь стало меньшее количество витков, и они стали легче, но при этом сохранили свою прочность. Это очень положительно сказалось на управляемости снегохода. Он очень легко рулится и поднимается прямо в склоне. Вот это самый двигатель 850-й Патриот, которого уже прозвали Патрик, и везде так называют. Новый двигатель 850-й Патриот полностью интегрирован в проверенную платформу Axis. В новой системе применены изолирующие подушки, в которых оптимально подобрана форма, твердость и материал. Инженеры Polaris постарались и установили этот двигатель в раме так, что вибрации практически не передаются через раму для водителя. Подача электропитания на бортовую сеть идет в полном объеме во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Thank you.
вездеход стал легче почти на 5 килограмм. Перевернуть его из такого положения стало просто. Один продукт от компании Polaris нам представит Алексей Менщиков, город Томск. Хочу представить вам эту великолепную оснащение для любого мотоцикла класса эндуро либо кросс Timber Sled. Очень легко устанавливается, стоит недорого, позволяет ездить по самым труднодоступным местам. 450-го мотора любого мотоцикла вполне достаточно для того, чтобы заезжать вот в такие крутые подъемы. Мотоцикл управляется по принципу кроссового мотоцикла, много сил не отнимает. И по утоптанному снегу, вдоль склона, там где на снегоходе по весне движение просто невозможно, он едет великолепно. Любой держак в пухляке ведет себя просто безупречно. Я являюсь очень активным приверженцем снегоходов. Мотоцикл всегда считал, что предназначен больше для лета, весны или осени. Но с приходом Timber Sled все изменилось, все поменялось. Обратите внимание, что сижу я, не касаясь ногами. Стоит он очень устойчиво. Едет траверсы очень хорошо. Подвеска Timber Sled — это то, что должно быть у вас рядом в гараже вместе со снегоходом. Мы находимся в Ергаках и начинаем для вас снимать суперский видос про новые снегоходы Polaris 2019 года. Обсуждаете? Timber Sled. Timber Sled. Мне кажется, я переобуюсь. Да ты что? Ты хочешь присесть на Timber Sled? Да, это пипец. Мы это обязательно должны снять, Сём. Он едет везде, куда хочешь, как хочешь, стабильно, ровно и уверенно. Ты катался сегодня на Timber Sled? Да, прокатил. Кайф. Ты можешь поделиться своими впечатлениями? Да, от 850-й прошки. Управление чудесное, он не залипает на бок. Его легко управлять даже на ледяном склоне. Понравился мотор, очень тяговит на низах, на низких оборотах идет, аж прямо тяга хорошая, мягко работает. 850-й огонь, очень мощный снегоход. Это чувствуется особенно сильно на низах. Вылетает, выхватывает вообще сильно вперед. Огонь мотор. Сейчас идет акция Snowcheck. Надо успеть оформить. Предоплата всего 105 тысяч рублей.
и выгода до 200 тысяч. И плюс можно оформить снегоход, так что выбрать расцветку себе, выбор расцветок больше 20, скидка на аксессуары по акции SnowCheck там до 50%. Цена ниже американской, так что успеть оформить до 17 апреля. Давай! Слушай, ну две вещи. 850 СКС, фантастика. Но вот это чудо, это пипец. Слов и эмоций не хватает. Это фантастика, это надо попробовать. Ну вот хорошо, что это такое? Передай хотя бы, просто попробуй передать. Дело в том, что вот от 800 до 850 моща чувствуется очень жестко. Просто я, у меня нету этого самого, нету прошки, но... На СКС чувствуется абсолютно жестко. При этом при всем все, можно мою 800-ку выставлять на продажу. Нет желающих купить 800 СКС с пробегом 1,5 без каких-либо ущербов. В общем, надо заказывать на следующий год 100% 850 СКС точно. Плюсы мы все поняли, хорош. А какой минус? А какой может быть минус, когда машина легче, когда она мощнее, а все остальное то же самое, за исключением определенных как бы там деталей, которые улучшены. Какой минус можно найти? Сноучек до 17.04. Я успеваю? Успеваю. Андрей, что случилось? Андрей, что случилось? А что случилось-то? Ерунда случилась. Немного не подумав, что Инки это не горный снегоход. Попутал по цвету, да? Ну, чуть-чуть, да. Заехал туда, куда слегка соскакивает. СКС. Ну и чуть-чуть прибуксовал. Я, знаете, настолько уверовал в Инки, что просто подумал, ну куда, если легко заскакивать СКС, почему не можно заскочить туда Инди? Вот из-за своей длинной гусеницы Инди все-таки туда не заскочил. Но хочу сказать одно, ребят, я гонял на этом снегоходе еще тогда, там два года назад или год назад, показывал вам его, он был шикарен. Сейчас он еще стал шикарней, потому что мотор опять же стоит 850-й, и он дает такой позитив, такие эмоции. Я вам честно могу сказать, прям он супер, рекомендую вам. Из этой ситуации. Ну и как уже нас учили, мы просто садимся, толкаем его ногами, помогаем руками. И встаем. Можем заводить, ехать. А знаете, почему такое возможно? Потому что Инди безумно легок. И совершенно спокойно может им управляться ребенок от 16 лет. Вообще, действительно, данная модель новая, полностью переработанная платформа. Новая задняя подвеска. Здесь реактивные тяги новые. Это самый легкий снегоход с длиной трака 129 дюймов. Ну что, мне понравилось, вообще прям офигенно. Блин, конечно. Вообще просто офигенно. Оно на защелках, не надо там что сверлить, ничего делать. Ничего не надо. Просто ставишь его, супер. Садишься и едешь. Блин, ну вообще круто. Давай, слушай, давай то же самое сейчас попробуем снять с СКС. Давай. Кстати, на СКС тоже 146-й. Можно поставить аксессуар в сиденье. Да ладно. Второй! Есть закон снегоходчика. Как ты только посмотрел на елку, ты в нее и приедешь.
Виталь, ну, горные снегоходы мы с тобой хорошо показали. Я надеюсь, вам они все понравились. Ну, а теперь, наверное, банальный простой вопрос. Что же компания Polaris принесла в 2019 году в утилитарной среде, в утилитарных снегоходах? Для выполнения задач, работ компания Polaris все так же представляет проверенные титаны. Утилитарный сегмент по-прежнему представлен титанами в трех комплектациях. Есть комплектация SP, самая минимальная, на широких лыжах, без PIDD, по доступной цене. Здесь ее, к сожалению, нет. В 2019 году также будет комплектация XC, это вот этот красавец, и Adventure, максимальная комплектация. Очень приятный цвет на XC и отличная цветовая графика на Adventure. Комплектация XC – это средняя комплектация на узких лыжах с PIDD, Polaris Interactive Digital Display, в котором есть карты, Bluetooth и так далее. На узких лыжах и амортизаторах Fox он отлично валится и едет даже траверсы здесь. Максимальная комплектация Adventure. Здесь уже новая цветовая графика, все так же Фоксы, широкие лыжи ProFloat, высокое стекло, подогревы всего, чего возможно, и Polaris Interactive Digital Display, конечно же, тоже. Виталь, ну, я думаю, то, что всем стало ясно и понятно, что Титан – это утилитарный хороший снегоход, но расскажи, а как же его купить подешевле-то? Самое выгодное предложение на будущий сезон – это сноучек, и он сейчас идет. До 17 апреля вы можете стать обладателями отличной техники американского производства бренда Polaris, зайдя на наш сайт и перейдя по ссылке по сноучеку. Давай попробуем, наверняка всем будет очень интересно узнать про Adventure Titan, насколько он грузоподъемный. Я предлагаю сейчас сделать такую вещь. Предлагаю посадить на Adventure 2 человека. Побольше. Да, побольше. Привязать детский снегоход, хорошо, что у нас есть. На него тоже посадить человека и посмотреть, утянет ли Титан вот такую массу. Наверняка это всем будет очень интересно узнать, сможет ли Титан справиться с такой задачей, с такой грузоподъемностью. Ну вот и закончили мы вам показывать снегоходы компании Polaris, которые будут в 2019 году. И это, чтобы вам было проще и легче разобраться, мы вам представили весь модельный ряд. И даже у нас был сегодня Тимберслед. Так что выбирать лично вам. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Большое спасибо, что смотрите нас. Всем пока!